Копейске приступили к ремонту дорог. Одним из первых поменяли асфальт на проезжей части улицы Калинина. Деньги на работы были выделены по федеральной программе. Мы получили 22 миллиона рублей. И благодаря этому мы сможем практически хорошим крупным ремонтом пройти наши оживленные магистрали города. Это улица Калинина, которая стала фактически транзитной проездной улицей. Проспект Коммунистический, улица Кузнецова и проспект Ильича. Эти работы должны быть завершены в течение 2-3 недель. Благодаря этому мы получим нормальные, хорошие дороги в центре, в центральной части нашего города. Завершить работы на улице Калинина сотрудники подрядной организации планируют до конца недели. К укладке асфальта они приступают в 7 утра, а заканчивают только в 8 вечера. В день уходит от 700 до 800 тонн асфальта. Следующая улица у нас будет проспект Коммунистический. Я думаю, где-то в течение 4 дней закроем полностью Коммунистический, то есть асфальтируем. Пока погода позволяет, хотя по контракту у нас до 18 числа сентября, ну, будем стараться, чтобы к дню городу хотя бы половину объема сдать. Несмотря на то, что снимать асфальт на проспекте Ильича начали еще в понедельник, заасфальтировать улицу целиком смогут только в сентябре. Связано это с ремонтом теплотрассы, которая проходит под проезжей частью. Асфальт два раза копать не будут. Еще раз я с подрядчиками, мы договорились, что они до 7 числа. Мы это делаем теплотрассу, наши подрядчики. Потом дорожники закатывают уже по ней асфальт. Ремонт основных дорог и магистралей города должен завершиться к 1 октября. Параллельно с этими работами будут вестись и другие. Обрезка деревьев, благоустройство, ремонт дворов, попавших в программу «Реальные дела». На эти цели уже выделено свыше 41 миллиона рублей.